Родился в Ленинграде 3 октября 1925 года в семье священника. Был четвертым ребенком в семье. В 1933 году его отец был арестован и сослан в лагере. Петропавловский участвовал в Великой Отечественной войне с 1941 года. Был контужен и ранен в руку. Оба его старшие братья и сестра погибли во время войны. Во время ленинградской блокады Лев Петропавловский служил в ЛТМК, который оставался единственным театром, проработавшим в осажденном городе все 900 дней блокады. Позже актер работал в Пятигорском театре музыкальной комедии. Позже Ставропольский краевой театр музыкальной комедии. Ныне Ставропольский государственный краевой театр опереты. Затем вновь в ЛТМК. Актер был сбит машиной и трагически погиб 7 сентября 1978 года.